Salutare! Salutare la toată lumea! Bine v-am regăsit la garantat 100%! Invitata noastră din seara asta este o scriitoare din Rusia, citită și admirată în întreaga lume. A fost premiată în numeroase rânduri, distinsă cu titluri dintre cele mai importante, bucurându-se de o largă și foarte consistentă recunoaștere internațională. Premiul de stat al Austriei pentru Literatură Europeană, Premiul Medicii, Premiul Literar al Rusiei, Premiul Național pentru Literatură al Chinei cavaler al Ordinului Artelor și Literelor și ofițer al Legiunii de Onoare în Franța și astea sunt doar câteva din titlurile și premiile pe care le-a primit. Cărțile sale s-au vândut în peste 2 milioane de exemplare, s-a născut într-un sat din Ural, este licențiat în biologie la Moscova și a lucrat la Institutul de Genetică. În România, câteva dintre cărțile traduse, dintre cărțile scrise de domnia sa, Amintesc acum în mormântare veselă Medea și copiii ei, volumul de povestiri fetițele, al dumneavoastră sincer, Șuric, și Daniel Stein, traducător. Acum o să suit la București pentru publicarea unui alt excelent roman, Imago, în traducerea Gabrielei Rousseau, la editura Humanitas, editura la care au apărut și titlurile enumerate anterior. Doamnelor și domnilor, suntem onorați să-i spunem bun venit la garantat 100% uneia dintre cele mai importante și apreciate voci ale literaturii contemporane, scriitoarei Ludmila Ulițcaia. Bună seara! Dobre den. Mulțumesc că ați venit la noi, e o mare onoare să vă avem aici. Ia, Sunteți obosită, ați avut mai multe interviuri, v-ați întâlnit cu jurnaliști, au fost întrebări care v-au deranjat, care v-au tulburat în întâlnirea cu colegii jurnaliști? Нет, ни в коем случае. Дело в том, что я говорю с журналистами на общем языке, и я не получал никаких вопросов, которые несли в себе что-нибудь сомнительное. Это был нормальный человеческий разговор с полным взаимопониманием. Дайте мне возможность вопропуну на интерпретацию. Точно так же, как Виктор Юльевич в вашем романе? Я к вашему услугу. Бун. vă rog frumos să comentați următorul fragment literar. Citez. Trăim într-o societate de larve, de oameni imaturi, de adolescenți cu mască de adulți. Am încheiat citatul Ludmila Ulițcaia Imago. Aveți să со nu не согласны или немножко готовы согласиться с этим заявлением вы знаете you know, дело в том что с древних времен у человечества была такая, uh, такой ритуал инициации uh, когда человек приходил из одного возраста в другой когда он приходил из одного статуса в другой скажем из мальчишек он делался со солдатом например и всякий раз это сопровождалось так называемым процессом, обрядом угу. инициации. Мы уже давно забыли о том, что такое в культуре было. А между тем следы этой инициации мы постоянно наблюдаем, мы не отдаем себе отчета. Когда меня девочкой принимали в пионеры и завязывали мне красный галстук, это была некоторая... Отсылка к тому, что прежде называлось инициацией. Когда человека крестят в церкви mm -hmm. сейчас, то это тоже инициация. И вот есть такая гражданская инициация, которую мы часто э, пропускаем, а она тем не менее очень важна. И вот э, эта история с учителем литературы, который вводит детей в культурное пространство, он на самом деле производит культурную инициацию. Он научает их читать книжки улавливать смыслы и отзываться на эти смыслы. И эта культурная инициация, она не всегда нам замечена бывает, но тем не менее она чрезвычайно важна в нашей жизни. Если мы думаем о этом тип матуритета, или о отсутствии матуритета, мы думаем только о советской социальности, о которой говорится в одной части этого романа, в одной консистента, части, или о всей мире? Нет, конечно, это относится ко всем людям. И вот это вот, ощущение, что сегодняшний мир замечательно хорошо выглядит, все стали дольше жить, mm -hmm. продолжительность жизни увеличилась со средних веков вдвое. А, а, и психологически тоже изменились, э, изменился человек. Если у писателя э, Тургенева написано, или, по-моему, у что Чехова, что «входит немолодая девушка 23 трех лет», то сегодня мы про девушку 23 лет никак не скажем молодая. Более угу. того, даже женщина в 43 года себя чувствует молодой. Признаюсь вам, что я в мои 73 года тоже старухой себя не чувствую. То есть в каком-то психологическом отношении человечество молодеет. И одновременно с тем, что оно молодеет, одновременно есть некоторый внутренний отказ быть взрослым. Угу. Потому что чем отличается взрослый человек от э, юноши, от молодого человека? Взрослый человек несет ответственность, он несет полноту ответственности за своих близких, за семью, за работу, которую он делает, за страну, в которой uh -huh. он живет. А ребенок, подросток, он не испытывает никакой ответственности вообще. И вот э, общество, в котором э, огромное количество подростков и очень мало взрослых людей, оно немножко меняет свое лицо. Я не могу даже сказать, что это на 100% плохо. Может быть, это та тенденция развития человечества, которая так и будет продолжаться. Но мне кажется, что все-таки нам очень нужны взрослые люди, учителя и люди, которые нас могли бы поднимать в нашем статусе. I, вот эта вся история, она на самом деле с учителем я имею в виду историю. Она, конечно, связана с тем, что все мы нуждаемся в человеке, который нам протягивает руку и поднимает на следующую ступеньку. O sintagmă centrală în romanul dumneavoastră, dar și o problemă centrală a romanului dumneavoastră, este ceea ce numiți maturizarea morală. Într-o epocă, așa cum e, e epoca asta pe care o trăim, în care există nenumărate definiții pentru absolut orice. Care este definiția dumneavoastră pentru maturizarea morală? Ce înțelegeți prin maturizare morală? Nu, no, știți, eu am обозначил это э некоторым образом метафорическим. Вот это имаго это и есть взрослый. А există și o problemă care este legată только с языком и но с самим нашим сознанием. Дело в том, что мы живем в период, когда исключительно сильно работает э, кризис понятий, понятийный кризис. И сегодня прежде чем обсуждать любую mm -hmm. тему, мы должны быть уверены, что мы имеем в виду одно и то же. Вот скажем э, такие общепринятые понятия, как правые, левые, демократы, консерваторы, сегодня эти понятия все надо определять заново. потому что они истрепались как старые деньги. И это чрезвычайно важно, чтобы мы говорили на одном языке. Для того, чтобы друг друга понимать, надо каждый раз определять заново понятия. И я думаю, что это большая проблема сегодняшнего мира. Мир очень плохо друг друга понимает, отчасти по лингвистической причине. И по причине связанной с... Să că nu să vă în ceea ce cu Dumneavoastră, înșivă, lăsând la o parte faptul că sunteți scriitoare, lăsând la o parte experiența de biolog, dar luând în considerare tot ceea ce trăiți, ați trăit și vedeți în jurul dumneavoastră, mai credeți în mod onest în maturizarea morală? Da, da. Дело в том, что я достаточно много общаюсь с молодежью, она мне очень интересна. Uh -huh. У них эти все процессы происходят сегодня немножко другим способом, чем они происходили у нас. Сегодняшняя молодежь более практична и менее идеалистична, но тем не менее представление о добре и зле оно все-таки остается. более-менее неизменным. o dată trebuie să ne vorbim, încă o dată trebuie să ne facem împărtășiri, dar eu cred că putem să Personajul dumneavoastră, Victor Iulievici, încearcă să găsească o strategie de trezire. Există oameni care ne privesc acum, oameni care nu au trăit experiența regimului comunist și sunt foarte străini de așa ceva, В чем основа стратегии Я думаю, что для него чрезвычайно важно uh, направить подростка, ребенка по пути культуры. Uh -huh. Потому что это предложение культуры и образования мне представляется самой универсальным. Что в обстоятельствах мира, где uh, каждую минуту может вспыхнуть война, по причинам, которые мы даже не можем установить, как выяснилось, сценарии не пишутся заранее. Сценарии войн и ката катастроф разнообразных, их нам дают потом, постфактум. Uh -huh. И нам объясняют, это было потому, потому и потому. А в то время как часто эти события драматические происходят просто от незрелости руководителей, от глупости иногда, от недальновидности. И поэтому только культура и образование в состоянии э, дать человеку э, возможность самому оценивать происходящее. Uh -huh. Потому что э, сегодня средства массовой информации э, конфигурируют сознание таким образом, что э, человек доверяет полностью предлагаемым схемам. И только культура и только образование в состоянии дать человеку uh -huh. другую модель что ему надо самому прочитать, самому подумать, самому сравнить. А в сегодняшнем мире, когда существует интернет, это на самом деле значительно легче, чем было 50 лет тому назад. Путем ворби деспре секс в романе Думнавостра? Ам са Конечно. Ам са Тот роман, де ла нчепут, пына este străbătut de o puternică presiune sexuală care animă personajele. E vorba inclusiv despre un proces de maturizare sexuală la multe dintre personajele acestui roman, indiferent de vârsta lor. Vorbiți la un moment dat despre ceea ce numiți științific vorbind neotenie. Tot acest proces sexual complicat de devenire sexuală complicată are vreo legătură cu felul în care se trăia în Uniunea Sovietică? Сауе e симптом де Орунде Ну, вы знаете, культура каждого государства, каждой народности, каждого этноса, mm -hmm. она всегда имеет свои особенности, в сексуальной сфере тоже. Если мы будем говорить об этом очень узком пространстве советского диссидентства того времени, то у них тоже действительно есть свои и особенности. Дело в том, что ощущение несвободы, в котором жил советский человек постсталинского и досталинского периода, оно касалось также и свободы, связанной с сексом. Потому что, скажем, диссиденты, И вообще это была единственная сфера, в которой мог человек максимально проявить свободу. Она ему все-таки была до некоторой степени разрешена. Хотя я прекрасно знаю множество случаев, и даже в моей собственной семье, когда жена, обиженная уходом мужа или изменой мужа, бежала в партийную организацию с заявлением Верните мне мужа. Верните мне мужа. Exactly. Это, сегодня это выглядит комически. Но вы понимаете, какое искажение человеческих отношений должно быть, чтобы женщине могло uh -huh. прийти в голову, что если она напишет заявление, мужа вызовут в партийную организацию, сказать, что нельзя, нельзя так себя вести, то он к ней вернется и вернется любовь. Вернется любовь, которая есть основой сексуальных отношений. И вот это на самом деле в сущности искажение человеческих отношений э, под под воздействием mm -hmm. государства, потому что государство в этой ситуации выступает в качестве третьего э, лица в любой паре супружеской, любовной паре. Но я уже не говорю о том, что такой так сказать, социальный аскетизм, который был в советское время, он ведь на самом деле ни крепость брака, ни крепость семьи не улучшал. Он рождал только лицемерие и фальш. Потому что на самом деле мы сейчас, прошло уже много лет, как, с тех пор, как эти советские времена ушли. Uh, и сегодня мы прекрасно понимаем, что институт семьи, uh, институт брака, mm -hmm. скажем так, точнее, он переживает кризис такой же, как кризис как понятийный, экономический, культурный. Вот этот кризис касается семьи тоже. И сегодня мы не можем сказать, что есть хорошо и куда движется этот вектор направлен. Но совершенно ясно, что когда брак тяжелый, mm -hmm. плохой, и когда у людей очень дурные отношения, вплоть до драк и семейного насилия, мы об этом тоже знаем, слышим, читаем, по телевизору нам показывают, то не лучше ли этот брак, расторгнуть и попытаться выстроить жизнь каким-то другим способом. Люди такого более консервативного сознания, для которых брак еще тем более освящен церковью и какой-то ритуалом каким-то религиозным, для них это очень драматично может быть. Но на самом деле мы с вами снова подходим к точке, когда человек должен решать сам, когда он должен думать сам, решать самостоятельно, потому что так тот mm -hmm. человек, который личинка, он будет делать так, как ему велят. Тот человек, у которого есть ощущение самосознания, чувство независимости, чувство своего собственного права жить так, как он считает нужным, уже подумает и не всегда поступит по тем схемам, которые считаются общепринятыми и на сегодняшний день самыми правильными. Петрукащим вас тоже вам ворбит, Виктор Юльевич. O figură arhetipală a profesorului, profesorul prin excelență. Profesorul care face din meseria asta, dacă va fi fiind o meserie, o vocație, o profundă vocație. În timp ce încerca să găsească strategia de trezire, descoperă un lucru impresionant. Și acum vine următorul exercițiu de interpretare pe care vi-l propun. Avea ceva ciudat această minunată literatură. Scritorii erau numai bărbați, iar personajele erau numai femei scrierile se adresau doar băieților. Se refereau la onoare, curaj, datorie, ca și cum în Rusia copiii erau numai băieți. Ce se întâmpla cu copilăria fetelor? Ce rol neînsemnat aveau? Am încheiat citatul. Nu mă снова с вами попадаем в эту область перелома культурного. Дело в том, что равно отношении В отношении к сексу mm -hmm. с женщиной тоже происходят очень интересные процессы. Они происходят по всему миру. Это не российская специальная mm -hmm. ситуация. Я, как бывший биолог, даже сформулирую немножко остро этот вопрос, эту тему. Дело в том, что сегодня в мире происходит мускулинизация женщин. Женщины делаются более мужественными и сильными, и крепкими. И феминизация мужчин. А мужчины э, совершенно приобретают другие черты. Во времена моей молодости мужчина, который сделал маникюр, это был, ну уже яс ясное дело, гей. А сегодня этот э, тип мужчины, который прекрасно одет, который тоже думает, какой ему надеть сегодня галстук и какие ботинки и носки. И, в общем, это тоже какой-то знак некоторой феминизации э, образа мужчины. Если говорить честно, я не люблю крайние типы не мужчина-мачо меня совершенно mm -hmm. не, не привлекает с этой грубостью, брутальностью, решительностью, нежеланием не видеть нюансы. И точно так же мне э, неприятно mm -hmm. и образ женщины вамп, которая вся настроена на то, чтобы нравиться мужчине, которая провоцирует мужчину на э, какие-то э, поступки mm -hmm. в свою пользу. То есть, в сущности, женщина торгует своей внешностью, э, хотя это не произносится вслух. И вот это вот эти два крайние типа, они, ну, они действительно крайние. Это, вот. А тем не менее существует огромное пространство нормальных людей, у которых нет этого, так сказать, как бы, они не то что теряют свое мужское или женское начало, но оно уходит на второй план. Какие-то человеческие качества, способности дарования, дарование сердца и дарование ума, mm -hmm. разного рода дарования, они оказываются более важны. И вот, конечно, это еще и время. Время работает э, на женщину на самом деле, потому что э, в сущности... Я написала сборник рассказов, который называется «Девочки». Именно по той причине, что детство мальчиков в русской литературе описано многократно великими классиками прекрасно, а детства девочки нет. У нас есть портрет Наташи Ростовой, которая прелестная, очаровательная, <сёк> но там, в общем, как бы так сказать, гораздо меньше всякого содержания. Вот. Так что до некоторой степени я пыталась это восполнить. Вот. И понимаете, вот это в особенности в России это особенно остро выглядит. Дело в том, что мужское население в России значительно меньше, чем женское. И существует три фактора, которые Сигур. все время уносят мужчин. Это война. Во время... Война в России идет с 1904 года. Mm -hmm русско-японская война, yeah. вот с тех пор были войны большие, маленькие, средние, объявленные войны, необъявленные войны. Но мужчин они уносили гораздо в большем э, проценте, чем женщин. Uh -huh. Второй фактор, который уносил мужчин, это тюрьмы. Дело в том, что тюремное содержание э, – это 95% мужчины. Это мужчины детородного возраста которые могут быть мужьями, любовниками, родителями mm -hmm. детей, они сидят в тюрьме. И в советское время, в сталинское время это были миллионы. Сейчас это не миллионы. Сейчас у нас, по моим сведениям, 860 тысяч э, заключенных сидят в тюрьмах. Ну, из них 95% мужчины. Значит, эти мужчины тоже в обществе не фигурируют. И третий фактор – наше знаменитое русское пьянство, алкоголизм, который тоже уносит мужчин, даже не, так сказать, физически, но мужчина-алкоголик, он очень мало пригоден для того, чтобы быть отцом семейства и как-то, так сказать, даже любовником, mm -hmm. сомнительно. Вот, понимаете? И поэтому у нас большой дисбаланс. И этот... Дисбаланс, который много-много уже времени Нет. длится, он привел к тому, что женщины в этих условиях выросли потрясающие. Потому что это женщины, которые, кроме своих всяких женских качеств, обязаны ходить на работу с утра до ночи. Это наши женщины работали на военных заводах, когда была война. Это женщины, которые строили дороги, которые делали всю ту работу, которая традиционно считалась мужской. Это женщины, лишенные мужчин, которые в семье были и папой, и мамой, и кормильцем, и хранителем. И вот эта русская женщина, которая в результате этой истории всей э, значит, возникла, о ней ведь писал еще и Некрасов. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Я, к сожалению, перевода на румынский язык нет, но я думаю, mm -hmm. что смысл понятен. Это женщина, которая может все в этой э, жизни. Вот. И поэтому, если говорить честно, то я гораздо более высокого мнения о русских женщинах, чем о русских мужчинах. Вот сегодня так сложилась ситуация, что мне mm -hmm. женщины больше нравятся. Даже более того, когда женщина попадает в зону власти, то она абсолютно теряет эти замечательные черты и она делается совершенно такой же прагматичной и таким же точно подхалимом и таким же точно э, э, гибким чиновником, каким мужчина оказывается на этом месте. Но моя теория, что чем женщин больше будет во власти, тем будет лучше и мягче э, э, наша жизнь, потому что все-таки что ни говори, для мальчика главное дело это соревнование военное или научное какое угодно, но вот это competition это я, я должен бороться. А для женщины все-таки главная задача это сохранение, это э, дети, это будущее. Mm -hmm. И хотя э, сегодня ситуация меняется, женщины многие имеют образование и точно так же работают, как и мужчины. Э, но вот я считаю, что э, присутствие, большее присутствие женщин в управлении и так сказать, в администрации, и вообще где угодно, что ну, наш мир может сделать немножко лучше. Это не значит, что uh, мне очень нравится, mm -hmm. скажем, Хиллари. Uh, 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 да. uh, совсем не это я имею в виду. Я говорю о том женском начале, mm -hmm. которое в состоянии смягчить uh, жесткую картину мира. Роман Ульдумня Вастра еоф-лунга, комплекса, фасцинанта повесты. a mai multor personaje care se maturizează sexual, încearcă să descopere maturitatea morală, trec prin niște vremuri extrem de complicate, prin iubiri, prin acte de curaj, prin trădări, prin lașități. E o privire complicată, dar fascinantă, asupra unei lumi foarte diverse. Reluând discuția foarte interesantă despre maturizarea sexuală. E fascinant faptul că te uiți într o parte a lumii și Rusia este o parte consistentă a lumii și vorbești despre sex normat de ideologie. Un sex ascuns sub ideologie. Te uiți în partea cealaltă spre lumea occidentală și descoperi o supralicitare a sexului. El devine mai mult decât explicit. Și după această lungă introducere, vă întreb următorul lucru. Dacă vă uitați în jur, care e părerea dumneavoastră onestă în acest moment? Democrația și cultura occidentale se îndreaptă spre Rusia? Sau Rusia se află pur și simplu într-o atitudine defensivă? Știți, este un lucru foarte vechi și unul dintre lucruri. Это вопрос, который, на который русские сами не могут ответить, потому что со времен Петра I идет этот колебательный процесс. И вот Россия поворачивается к Европе. И вот период, когда она включается в европейскую науку, в европейскую культуру. Приглашаются архитекторы из Италии, Кремль построен итальянцами. Приглашаются ученые немцы из Петром Первым. <связывающие> И наука русская, она свое начало все-таки берет от э, западной науки. Потом начинается откат. Потом вдруг, значит. Э, Отворачивание от Запада и снова поиск какого-то собственного пути от Запада независимого, независящего, mm -hmm. и это уходит в другую сторону этот маятник, значит, потом он снова качается. Вот сейчас мы находимся на, как мне кажется, на предельно большом расстоянии от Запада, отвернувшись от него. Два года тому назад я выступала в, в, в Зальцбурге, когда мне как раз вручали эту Европейскую литературную премию с докладом, который назывался «Прощай, Европа», потому что именно в этот момент я очень остро чувствовала сожаление по поводу того, что движение пошло в обратном направлении. Лично я считаю, что мир э, универсализируется, что что он делается планетарным. И что надо при... все усилия направлять на то, чтобы друг друга понимать и идти друг друга навстречу. И вопрос стоит не так, Россия повернется к Западу лицом или не повернется. Мы должны искать общие платформы исключительно для выживания. Потому что если мы перестанем друг друга понимать в очередной раз, то в очередной раз нам всем грозит ката катастрофа. Причем поскольку оружие в мире заготовлено столько, что можно 10 раз уничтожить же землю, mm -hmm. то только это новое мышление, то есть мышление направленное на угашение агрессии, на попытку договариваться, а не враждовать, на отсутствие на попытку угасить национальные амбиции, а найти общее решение. Вот очень интересно, скажем, сейчас происходит с наукой. Наука в первую очередь становится планетарной. Вот сегодня изобрели какое-нибудь новое лекарство, и через Полгода, после того, как у проходит испытание, оно появляется во всем мире. И мы не знаем, где его изобрели, кто по национальности, э, тот э, ученый, который придумал этот препарат. Где он сидел? Он сидел в Национальном институте в Вашингтоне, mm -hmm. или он сидел в Тель-Авиве, или он сидел в Японии. Потому что Япония тоже очень сильна сейчас Нобелевскую премию получил японский ученый. И вот то, что происходит в науке несомненный процесс интеграции. Mm -hmm. Вот если этот процесс пойдет в сторону культуры, в сторону политических и социальных процессов, то есть надежда, что мы друг друга, мы человечество, что мы друг друга не угрохаем. Потому что э -э, тема э, враждования, мы и они... Văteta, sa zdanie, vragov, ana exclusiv de V-am mm. văzut recent într-o înregistrare un interviu pe care l-ați arcodat unei jurnaliste de la Al Jazeera. Subiectele au fost exclusiv politice și ați declarat la un moment dat, ferm, ați spus, nu pot să discut despre sancțiunile economice împotriva Rusiei pentru că nu e etic să fac lucrul ăsta. Eu trăiesc acolo, ați spus. Как у вас говорить о санкциях экономические ассоциации, когда аколо? Вы знаете, да, мне действительно я понимаю, почему санкции действуют, я это понимаю. Логика их абсолютно mm -hmm. правильная, но поскольку я знаю, что от этих санкций страдают не люди богатые, и не те люди, которые во власти сидят, а те люди, Correct. которые ходят в магазины, покупают продукты, мне на это смотреть горько. исключительно из этих соображений. Это не политические соображения, это соображения чисто человеческие. Și ați mai spus în același interviu despre faptul că sunteți enervată de-a dreptul, de nivelul de manipulare. Ați vorbit despre faptul că ați vizitat Ucraina și n-ați descoperit nimic din ce se spune în presă, nu obligatoriu doar într-o parte, ci și în cealaltă a lumii. Și ați dat un exemplu fascinant, un domn care lupta pe baricadă, un bărbat, îmbrăcat în costum de camuflaj, purtând o chipa evreiască pe cap. Și ați întrebat, unde e nazismul ăla despre care se vorbește? <youtubersradas> Stimată doamnă, ce fel de lume e acolo? Знаете, мне на самом деле очень трудно отвечать на этот вопрос, знаете, по какой причине. Вот я приехала в Румынию, И я людей мало очень знаю я однажды или дважды видела мельком мою издательницу. и я приезжаю вот вчерашний вечер ее друзья пришли. Я не знаю румынского языка, у меня достаточно плохой английский. И мы провели вечер замечательный, нам не о чем спорить. Мы с удивительным единодушием рассматриваем все проблемы, которые вокруг нас. И поэтому, когда я приезжаю в Украину, угу. то я точно так же общаюсь с, тем, с, 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 тем, с теми людьми, которые, по сути, Сигур. всегда меньшинство. Это люди не. А, с, захваченные какой-то агрессивной идеологией. Это люди, пытающиеся думать. Это люди, которые ведут со мной культурный разговор. Поэтому я очень плохой в данном случае э, эксперт, потому что, как это не поразительно, но я, куда я не приезжаю, я всюду нахожу людей, с которыми мне Приятно и интересно mm -hmm. разговаривать. И в Украине точно так же, точно так же. Наверняка в какой-то другой ситуации я бы могла ужаснуться и испугаться. Но единственное, что я могу mm -hmm. в этой связи сказать. Это мое абсолютно глубочайшее убеждение, что мир сейчас живет в и такой всеобщей иллюзии, что политика стоит выше этажом, чем культура. И что политика может управлять культурой. Это абсолютная иллюзия абсолютно. политиков. Потому что сама по себе политика является элементом, фрагментом культуры. И что культура неуправляемая вещь, так же, как эволюция. Mm. В каком-то смысле культура это продолжение эволюции. И она зависит от слишком многих параметров и от того, кто сейчас правит в вашей стране, mm -hmm. в нашей mm -hmm. стране, в Соединенных Штатах или в Занзибаре. Процесс культурный, на самом деле, его можно затормозить, можно убить несколько писателей, можно убить несколько диссидентов, можно даже убить много писателей и много диссидентов. Но все-таки, понимаете, вот он культурный процесс идет вне зависимости от этого. Uh, и в этом я вижу большие, так сказать, uh -huh. большие надежды мои, связанные с тем, что все-таки культура – это вещь, которая выше политики, что именно она поможет преодолеть эти чудовищные, в общем, противоречия. И замечу вам, что вот эта ситуация, при которой сегодня uh -huh. воюющие стра страны, там, я не знаю, ИГИЛ и вот эта вся, так сказать, сегодняшняя, в общем, цивилизационная uh -huh. во война, которая происходит, это все таки к сожалению, это война цивилизаций, это война цивилизации, которая готова, э, так сказать, она просто более молодая. Э, знаете, я приехала в Египет, в шар много лет тому назад, и увидела на ресепшн Шу. дату. 1475, по-моему, был год. То есть их календарь, он на 700 лет отличается от нашего. Ну, почти 700 лет. И вот понимаете, это цивилизация, которую надо прожить еще 700 лет для того, чтобы мы с ними заговорили на общем языке. Другое дело, что сейчас время очень ускоряется. И может быть это не 700 нужно, а там 100. Не знаю сколько. Но только культура и образование в состоянии сократить это расстояние. Потому что, как это не ужасно, но разрушенные памятники, mm -hmm. э снесенные Буда, like уничтоженные музеи, разбомбленные города, э они свидетельствуют о том, что война ⁇ это дело варваров. Э притом, какая бы из сторон вил mm -hmm. войну не вела, когда она ведет войну, она есть варварская цивилизация. Война в сегодняшнем мире абсолютно варварское занятие. Вот mm. такая моя точка зрения. Вы дорожаете, да, как пронунц нумеле Владимир Путин? Ну, называйте, что же вам не назвать его, пожалуйста. Я с ним не знаком, и я, вряд ли, мало что могу с вам сказать о нем интересного. Вы интересует чего теоретик, не чего персонал. Кум я отсрасспунде, уличититор, альдомная властра, из Европы, sau din Statele Unite, care v-ar spune așa. Sunt convins că civilizația noastră occidentală e profund decadentă, bolnavă, perversă, lipsită de viitor și lipsită de orice tip de valoare. Vladimir Putin e cineva care vine să corecteze lucrurile astea, aducând un tip de valoare palpabilă, concretă, ordine și disciplină. Ну, вы знаете, этот вопрос, на самом деле, э, который передо мной никогда не стоял и даже быть поставлен не может. Потому что если вы противопоставляете западную цивилизацию сегодняшнего дня э, одному персонажу Владимиру Путину, то это неправильная постановка вопроса. Потому что никакой один человек в сегодняшнем mm -hmm. мире не может выдать рекомендацию, как правильно жить. Mm. Uh, тем более, человек, у которого базовое образование, базовая школа это секретная полиция, это КГБ. Это, простите, не самая mm. нравственная школа в мире. Я вообще не очень люблю. Совсем даже не люблю секретную полицию как институцию. И придумали ее не в России. Это очень старое изобретение. Прекрасно, э, она существовала в Италии, в нашей прекраснейшей, mm -hmm. замечательной Италии. И я думаю, что она при дворе китайского императора тоже уже была. Три тысячи лет тому назад, но это не тот не тот институт, который, как мне представляется, может мне сообщить что-то важное о культуре, о цивилизации и о направлении существования mm -hmm. человечества. Есть два типар де фрика н луме, а кум, дака симплификам. О фрика достл де конкрета не Европа Укцентале. Și o frică materială legată de ziua de mâine, de viitor. Există o frică difuză în Est, o frică despre care vorbiți și dumneavoastră, o frică moștenită care din când în când se activează. Eu știu cum e aici, la noi. Cum mai e la dumneavoastră cu frica, stimată doamnă? Vă știți, Pascult, că eu că e biolog. Я антропологию считаю самой э, главной наукой мира, потому что она придумана, э, как это человек придумал все науки. Mm -hmm. Поэтому в каком-то смысле э, антропология главная, а все остальное это то, что вытекает из э, способности человека осваивать мир. Страх ⁇ это чувство, присущее человеку. Э, любому живому существу присущ страх. Страх... Э, э, за, своих, за свое потомство. Страх природы, потому что может быть землетрясение или наводнение, и мы боимся mm -hmm. природы. Страх врагов, потому что сейчас придет сосед и схватит твою жену, а тебя съест, например. И сравнительно недавно еще людоедство практиковалось в некоторых культурах. Вот. Поэтому страх ⁇ законное чувство всего живого. Другое дело, что человек, когда он поднимается на какой-то уровень осознания мира, он понимает, что страх – это чувство, которое искажает его, искажает его реакции, и страх – это чувство, с которым следует все-таки в себе бороться. Я в таком возрасте, что я очень много знал людей, которые прошли войну. Мой отчим воевал, у меня были друзья старшие, которые прошли войну, и честные люди из них говорили очень страшно, очень страшно. Но ты живешь на войне, все время преодолевая этот страх. И это, понимаете, это очень важно, потому что, скажем, 30-37 год, вот это вот предвоенный, огромный массовый террор, когда уничтожались люди тысячами, сотни тысяч, миллионами, и, конечно, ощущение страха, оно с тех пор очень глубоко сидит у нас в спинном мозге, даже не в голове. А вот это вот напряжение э, стук в дверь, которого так боялись наши бабушки и дедушки, ночной стук в дверь, он и сегодня вызывает ассоциацию ту самую. Э, знаете, когда я впервые попала в Америку, я испытала очень странное ощущение. Нью-Йоркское метро, я его очень полюбила за счет того, что там разного цвета люди. Она очень поразительная, mm -hmm. красивая картинка. Но когда я в Москве вижу полицейского, милиционера, то мне хочется обойти его подальше. Или на дороге меня там останавливают, потому что я не жду от него ничего хорошего. У меня на него реакция, что я его боюсь. А когда ты видишь полицейского mm -hmm. в Нью-Йорке, то есть ощущение, ну вот я до того угла дойду, я его вижу, ничего со мной не случится. Даже когда ты в самом плохом районе. И это чрезвычайно важная вещь. Понимаете, да, я не хочу бояться своего собственного милиционера или полицейского. Я хочу относиться с доверием к моему государству да. вообще. Я, к сожалению, не могу сегодня относиться с доверием к моему государству, потому что оно плохо относится к своему народу. Это длинные разговоры, я вам не стал бы, может быть, приводить какие-то законы и там, не знаю, налоговую политику сегодняшнего дня. Не стоит об этом говорить, но качество государства всегда определяется. Степень его характера во взаимоотношении с людьми, которые это государство, uh -huh. в принципе, проголосовали за него, они его родили, это государство. Uh -huh. Uh -huh. И когда существует обратная связь между обществом, частным человеком и государством, то это государство будет считаться хорошим. Когда эта обратная связь не работает, то это очень плохо. И вот это, ослаб... когда люди выходили на площадь, скажем, в 2012 году, и шум, хором говорили что-то, сейчас даже не важно что, это значило, что они говорят свои слова, государство сейчас послушает, что они говорят, и скажет, ну, здесь вы правы, ребята, а здесь вы не правы. Это мы можем сделать, а это мы не сделаем никогда. То есть, когда существует коммуникация. Вот сегодня, к сожалению, эта коммуникация ослабевает и это мгновенно ведет mm. к этому подъему страха. Потому что сегодня выйти на улицу э, на митинг, скажем, страшновато. Э, правда, в нашей стране сегодня, по сведениям, общества мемориал, всего лишь 102, может, 105 политзаключенных. Mm. Не 100 тысяч, не, э, даже не. Ну, в общем, не так много на самом деле. Но эта цифра может прибавить к себе много нулей. И никакой гарантии, что этого не произойдет, нет. Вот это вот на самом деле страшно. Я бы не хотела жить в государстве, где люди, основное, главное чувство ⁇ это страх. Я люблю свою страну, я в ней родилась, я, я ее понимаю. Это единственная моя культура, которую я владею до некоторой степени. И, скажем, уехать из страны для меня было бы... Ну, я не хочу сказать катастрофы, но это было бы очень тяжелым для меня испытанием, и мне бы очень не хотелось mm. э, уезжать. Но, тем не менее, э, в этом году уехало 370 тысяч по статистическим данным. И это очень много, потому что это 370 тысяч не тех, кто копает землю, а тех, mm -hmm. кто строит экономику, тех, кто врачи, кто инженеры, кто айтишники, то есть тех людей, которые могут найти работу на Западе. И это драматично uh, для страны. Она теряет uh, свой потенциал. Что я еще не смог сказать о dincolo de iubiri, de trădări, de curaj, de lașitate. Cartea dumneavoastră este o privire colosală asupra literaturii ruse. Cercetătorul biolog și-a mutat atenția în cea mai profundă hermeneutică, în cea mai profundă analiză și chiar și din punctul ăsta de vedere, cartea e colosală. Orice cititor Poate să descopere ceva fascinant aici, indiferent de pasiunile lui. Ăsta este și motivul pentru care recomand această carte din categoria trebuie. Trebuie să citiți așa ceva. Aș mai adăuga faptul că e o traducere românească excelentă. Traducerea Gabriele Ruso e o traducere minunată. Iar acum, stimată doamnă, înainte de a ne despărți, știu că nu vă temeți. Știu că nu vă e frică. Ați declarat în nenumărate interviuri că nu vă e frică. Am văzut jurnaliști care vă întrebau cu o oarecare formă de sadism uneori, și mi-asum cuvântul ăsta: aveau bucuria de a vă întreba, dar nu vă e frică? Dumneavoastră nu aveți de ce să vă temeți, și pentru că sunteți construită într-un fel, și pentru că sunteți un scriitor recunoscut în toată lumea asta. Ce se întâmplă însă cu cei care se tem în Rusia și de care nu știe nimeni? но это та единственная причина на самом деле, которая меня заставляет работать, потому mm. что что я могу сказать, кроме того, что я знаю, если книжка моя немножко сдвинет, чуть-чуть на грамм общественное мнение, я буду счастлив. Я я Пишу то, что я вижу, mm -hmm. то, что я понимаю, то, что мне кажется опасным, то, что мне кажется преступным. И все это есть в этой книге. И все это есть в следующей книге, которую я написала. Может быть, еще более драматичная. Она гораздо более связана сильно с моей личной биографией, с биографией моей семьи. Ну, что я могу вам сказать? Культура и образование, mm -hmm. образование и культура. Я других... ним не, не вижу других э, путей и я должна вам сказать что вчера я была в книжном магазине в этом э, humanитаз я была совершенно покорена в э, Это этим клубом, mm -hmm. Mm -hmm. это то, о чем мы всегда мечтали с моей покойной уже подругой директором библиотеки иностранной литературы в Москве Катей Геневой, чтобы библиотеки перестали быть местом, где на полке стоят книги пыльные и старые и вышедшие из употребления, а чтобы библиотека была живым местом, где люди могут общаться, где люди могут разговаривать, mm -hmm. где люди могут обсуждать действительно важные вопросы их жизни и взять книжку с полки и выпить чашку mm -hmm. чая и даже, вина. И вот вчера я была именно в таком месте, я даже, честно говоря, немножко позавидовала, потому что у нас есть сейчас несколько таких мест, немного, но хорошо бы, чтобы они были повсюду. Чеф, я могу вам знаете Спасибо большое. Для меня это была очень интересная поездка. Вы знаете, она позитивная, потому что именно вот это человеческое общение при языковом серьезном барьере, тем не менее, есть ощущение полного понимания некоторой общей картины, в которой мы все находимся, хотим мы того или не хотим. Спасибо. До свидания. Tuturor celor care sunt alături de garantat 100%, mulțumim foarte mult pentru încredere. Înainte de a spune noapte bună, aș aduce aminte ceva fundamental din această carte. Maturizarea morală e un lucru vital. Ne vedem data viitoare. Noapte bună!